Всем привет! Вчера мы съездили на улицу Гагарина, показали вот вам участок, который продается на Авито. И к нам подошел с этой улицы дядечка, который тоже продает свой дом. Вот я говорю, они вообще не дружат с интернетом, никуда он его не выставляет. Мама у него умерла, сам живет напротив. И вот продает мамин дом. Туда объявление не подает, знать не знает. Но здесь все вот так вот между собой продают и продают. В общем, зашли мы к нему на участок. Интересно так вообще. У него вообще бешеная ореховая роща. Вот сейчас увидите. Готовый бизнес. Орехи по 56 рублей. Приезжают, сами у него забирают по 56 рублей за килограмм. Орехов сдают на 150, на 200 тысяч. Представляете? То есть вообще мы офигели. Просто специализировались они там на орехах. Выращенная огромная фундук орех. Сейчас он весь там в цвету. Вот увидите, как у него выглядит все это. Домик ничего, такой нормальный домик. Продает он его за 1 650 000, сказал, продает. Но я думаю, что там можно будет еще, если что, и поторговаться. Но по нефтегорским меркам это как бы нормальная цена. Домик там 4 комнаты, комнатки такие квадратные. И вот пристройка прям пристроена к дому, кирпичная пристройка. Сколько он сказал на квадратов-то? Ну, такая нормальная, как это, вход, прихожая называют, но там можно сделать целую столовую. И дальше еще кухня, и в этой же пристройке ванна, туалет. Ну, по нашим меркам, вот это невысокая цена, участок у него 15 соток, да? Домик ничего, такой ровненький, хороший такой подвал. Не знаю, как будет видно на видео, такое сумбурное получилось видео. Ехали снимать эти участки и как бы с ребенком, но ничего, походили, погуляли. Ну, у нас его телефон, дал нам свой телефон, так что если что, если кого заинтересует, в личные сообщения отправим вам телефон. Хозяин живет прям вот этот дом, он продает мамин, а сам живет прям напротив в доме. То есть никаких подводных камней, там, можно сказать, гарантия на дом, что этот дом не рухает, не падает, никаких подводных камней, ничего там. То есть хозяин на 100% в доме уверен. А еще у него там куча ульев, он занимался пчелами, все это, говорит, оставляю в наследство. То есть как бы эти на этом участке он ставил улья, и в Нефтегорске хватало. Ну, у нас многие занимаются тут пчелами, в Нефтегорске хватало места. Ой, как сегодня тепло вообще. Я тут не в тему, вообще солнце вылезло, тепло совсем. Сейчас раннее утро, уже так тепло. Так что вот, смотрите, видео, может, заинтересует. Снимаешь? Да вот я так. Вот у нас даже хозяин сам подошел. Да. Показывает дом. Вот продают тоже дом. Вода у нас всегда есть. Ага. Ни свет, ни газ, ничего не отключено, нет, да? Да ну. Сейчас пойдем посмотрим. Все есть. Просто знаете что? Косметику надо навести. Никто ну, не... это понятно. Я могу его буквально сделать. За месяц все сделать. Ну, человек приедет, скажет... Каждый делает по-своему. Нет, дело в том, что и машину, допустим, покрасить, а вот там замазал все. А я просто оставляю, например, может, подвал вот здесь. Угу. Ничего не гнило, ничего нет. Пожалуйста, сухенько, все четко. Угу. Это один подвал. Сейчас второй покажу, я вам ключ возьму. А дом сам из чего? Сейчас. Он деревянный дом. А, деревянный, да? Не прочный, а дверь. Зайдем, как бы уже, снимите уже. Или зайдем сразу, снимите, чтобы потом... Пойдем. Ну, пошли сразу в дом, пойдем. 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 Ну, снимай все. Здесь четко, здесь вот кухня, вот сможешь снять. Угу. Заходи, заходись. Ну, хорошо. Вот. Все чистенько, все. Угу. Это кухня, значит. Это вот у нас прихожка здесь, вот. Вот здесь. Угу. Большая. Да. Конечно, но это кирпичная, это прихожая у нас кирпичная полностью. А, здесь пристройка как кирпичная, это, да? Это дом, да, домом пристройку сделали. Вот здесь, значит, это выход сюда, здесь ванная, туалет. Ну, нет, каждый по-своему должен делать, так-то чисто, все. Вот, все это с ними, вот это бройлер, или как это.
Он электрический, да? Электрический, да. Угу. Это есть? Не, и тут есть у нас горячая вода. И вот, значит, вот это у нас это, батарея отопления. А, топитесь котлом, да, газом? Газ, да, это здесь отопление, а внутри дома сейчас пойдем посмотрим внутри. А, это мы еще не внутри дома? Нет! А, это мы еще не внутри дома, да? Нет, это. Угу. Вот. Это здесь вот за. А вы тоже не выставляли через интернет, да? Да вроде внукам сказал, заходи. Ага. Вот, смотрите, вот одна комната вот. Угу. Вот это наше, ну, метров 14-15. Наше детство здесь, вот наши братья, угу. Мы, сын у меня тут, все вот наши фотографии у матери. Вот. Угу. А вот. Здесь газовая это печка? Это газовая печка, голландка, значит. Угу. Мы знаем, ага. Это да. Вот эта комната у нас, вот, пожалуйста. Это для невесты жениха, как приедут. Вот эта комната метров 15, да, наверное, сколько? А, тоже квадратная, большая. Вот, это здесь маленькая комната просто. Здесь тоже метров 15. Никто не живет, мы это... Раз, два. Холодильник. Ага, а там сколько метров комната? Тоже не маленькая. Нет, не маленькая, да. Ну, это, наверное, метров 11, а эти вообще, наверное, по 15, да? Я жарю, мы здесь, три брата, мы здесь выросли, девецкий здесь замужем. Получается, три комнаты, да? А, еще комнатка, четыре комнаты, да? Угу. Ну, сделано отдельно, везде все, как бы сказать, угу. Нормально. Я сколько домов захожу, даже новые дома, двухэтажные, ну, там сидеть да не едет, черт побери. Вот. Угу. Это здесь посмотрели мы. Угу. Ну, это как прихожка, ну, они могут сами себе, да, как конечно, хотят, да. Сделают. Ну, а как там... назовет, да. Вот заходи и живи, пожалуйста. Столовая целая. Все, что есть, могу оставить, ради бога. Mm. Вот, даже... вот это пристройка, понял, да? Это пристройка. Я понял. Да. Вот это участок, значит, вот он, вот он, видишь, забор вот так идет. Вот этот или вот тот? Тот? Нет, тот. А, все. Вот так идет, вон, мы пройдем сейчас. А, это ваше уже все? Ну да. Вот это уже внизу, это наш, все ваше, это да? Наше, вот это, да, вот забор идет. Угу. Понял, да, что вот это участок, да? Значит, у нас, значит, как тебя звать? Андрей. Андрюша, мне Григорий. Значит, Андрей, сад у нас, значит, 100 парней у нас орех. Ну, я смотрю, у вас орехов много. Орех, да? Фундук у нас каждый год даем 150 тысяч, надеюсь, около 200 тысяч мы берем урожай оттуда. Что, правда? Ну а что неправда? Принимать 50-60 рублей, приезжать, принимать дома. Вы сдаете? У да? меня и так. Ну это не я собирал. И вам это... не жалко продавать? Кого? Не жалко продавать. А куда столько там? Килограмм 300, 400, 500. Так это вот все орехи, сейчас это все ваши участки. Ну вот это вот. Все орех. Вот иди, Андрей, иди сюда. Подвал еще один. Андрей, иди заходи. Здесь мы вино, понимаешь, надо, да. Все это значит. Ну-ка, Сеня, погуляй. Да, вино-то классно, конечно. Вот. О, ну у вас дельный такой погреб, да? Ну не, ну это, конечно. Так вы еще пчелами занимаетесь? Ну занимались, сейчас уже бросили. Да? Хотим попробовать. Хочет, да? Хотим попробовать. Можно. Интересно? Почему не интересно? Как раз. А хватает им в Нефтегорске набрать? Ну почему не хватает? Хватает? У вас прям здесь улья стояли? Мы здесь оставляли, а потом летом вывозили. Угу. То есть там заезд есть для машины? Конечно, там заезд. Фотографируем. Вот оттуда заход тоже сюда есть. Угу. С этой стороны вот сюда. Я смотрю, кстати, сайдингом надо ее сделать. Сайдингом. Все. Вот мы все делаем. Дом ничего не получится. Нет, да ну что. Нет. Я просто не делаем так, видите, просто. Сарай тоже нормальный сарай. Эй, Берлик, ты куда залезал, соседский? Берлик, кис. Ну вот давай снимаем участок. Пойдем, Андрей. Ты можешь даже снять вот эти пчеловодство. Что, чем мы можем тут заниматься, да? Да. Вот здесь есть вот тоже. А вы сами что, через дорогу живете, да? Я напротив, вот ты большой. Просто хозяин дом продает и ничего не боится, что какие-то будут претензии. Живет рядом. Вот это все забор, да, Григорий, это все вот ваше, да, граница? Иду. Ну
мам сегодня экскурсию. Вот смотри, Андрей, вот поэту вот это вот так, да? Вот так. Вот этот участок у нас, я не помню сколько, 15 или 12, я не помню. Это документально все сделано как положено. Там собственности, там кадастровые, ну все. А вот это сюда, это просто уже это наше. Без этого. Да, ну как и у нас так же. Идет лес, все, балка наша. Пойдем, посмотри, там кооператив уже, человек уже. Даже тут стоит. Ничего не занимает. Сушка — это коптильня? Да, и коптильню можно, и это груши сушили, яблоки для себя вот. То есть там костер, да, разводится? Да, оттуда, да, да. Канализация у вас так же, как у нас, балку, да? Ну да, она идет сюда и оттуда, да. Не, у меня-то там септик там. Не, а здесь-то, а здесь? А здесь, да, здесь канализация есть, вот и туалет на улице вот тоже есть. И вот это вот у меня, вот все дальше вот смотри. Да, чистенько, значит, орехи собираешь, идешь, пиво взял, сиди и собирай. Там, значит, у нас сливы. Очень, конечно, орехом увлеклись, да? Слива, груша, там кругом все. Ну, все есть, короче. Персики, абрикосы не растут? Растут, персики есть там, да. Ореховая роща. Но на орехах вы специализируетесь, да? Нет, давно уже, ну... Да сейчас же молодежь ни хрена не собирает, соседи соберите, ради бога, не заезжают.